До окончания смены считанные дни. Ребята подружились, многие обменялись телефонами. Лиза из Анапы, море и солнце рядом. Но со сверстниками отдыхать веселее и интереснее, тем более, если они из других городов. Елизавете запомнятся замки из песка, веселые мероприятия и сюрприз на день рождения. Буквально на днях ей исполнилось 12 лет. Мне очень понравилось. Я просыпаюсь, у меня подружки и друзья, они поздравляют меня, подарили подарки мне. Мы будем переписываться со Зеланицей. Я собрала номера телефона, чтобы разговаривать, когда мы уедем. Для юных отдыхающих проводятся самые разные мероприятия, конкурсы. После 4 дня все идут к морю, на специально отведенную часть центрального пляжа. Отсюда, по курортной части города, до него около 15 минут спокойным шагом. На территории спортивные площадки, воркаут. Владислав Хижняк из Тимашевска увлекается футболом. По его словам, спортивная жизнь здесь насыщенная. Запомню друзей я здесь, познакомился. Хочу запомнить своих воспитателей, которые меня... Вот Оксана Иннокентьевна, хочу их запомнить. Потом хочу запомнить дискотеки, вот это все, мероприятия. Весело? Да, весело очень. «Голубая волна» – это санаторий с собственной лечебной базой. Доска почета у Валентины Целюрик. В семье педагоги мама и старшие сестры. Когда ей было 10 лет, она отдыхала здесь 2 смены, скорее всего. Именно поэтому пришла именно сюда работать по призванию. Где-то как наставник, где-то как мама, где-то как старшая сестра, старший даже брат, может быть, так будет выглядеть. Вот. Потому что ситуации тоже с детьми разные. Дети приезжают, уезжают первый раз от мамы далеко, им тяжело привыкнуть. И чтобы адаптироваться, нужно вот такие вот где-то приласкать, где-то хорошее слово сказать, ну где-то поругать и пожурить. С начала сезона до сентября в «Голубой волне» пройдет 5 летних смен. В этом году здесь отдыхают дети только из Краснодарского края, в том числе из многодетных семей. Как правило, они приезжают все вместе. Немало тех, кто здесь уже не в первый раз, и тех, кто хочет сюда обязательно вернуться.